Задача лечь сейчас на спину, ладошки положить перпендикулярно, да, корпусу нашему, это значит подмышки в угол 90 градусов, ладошки в пол, ноги вытянуты. Теперь я беру одну ногу и пятки ставлю на колено противоположной ноги, прям на колено. Теперь мне нужно, чтобы сделать, скрутить и коленом попытаться коснуться пола, но перед этим важно, поднимите немного таз и попу от себя, достаньте, ягодицы мешают. И пробуем, не открывая лопаток, отнести колено вниз, голову поворачиваем параллельно, в противоположную сторону. Вот снова, здоровая гибкость, это когда мы с вами без проблем можем, не открывая лопатки, коснуться коленного пола. Это будет говорить о том, что мышцы уже именно спины в большей степени достаточно гибкие, и там нет никаких складок. Прямо за коленку. И пробуем шею лежит.
если мы с вами пришли один раз в неделю и стараемся эту песню придумать, что это волшебная палочка, все пойдет? Нет. Это надо делать регулярно. Обязательно. Чем опасно зажать эгоизм? Все вы знаете, что такое сгорящий нерв. Вообще слова нет, это довольно опасное слово, потому что если начинают проблемы с нервами, то это очень больно. Зубная боль, связанная с болью нервов, это вообще катастрофа, там лучше, но сразу вообще невозможно жить. И здесь, сгорящий нерв, это самый толстый нерв, который самый, да, самый большой, реально, он самый толстый. Вот который есть, по сути, в нашем теле, он дает импульс от позвоночного столба в ногу, чтобы наши наши ребята стали чистовее, чтобы мы могли ходить. Как раз таки этот сгорящий нерв проходит у нас через среднюю ягодичную сбоку. То есть как раз таки ту, которую мы сейчас с вами писали. Если наши мышцы, брюшные, несчастные, не будет работать активно, не будет растягиваться активно, то что происходит? Она снова у нас будет зажата. И вот эта мышца зажата, она может дать, а может быть не может, но если дает, то это вообще надо, честно. Она может как раз дать давление на этот нерв. А если у нас что-то нерва касается, то это вообще attention. Это опасность невозможная. Будет болеть ужасно, нога, поясница, попа, невозможно будет даже нормально ходить. Вот это опыт проводить себе нельзя. Меняем мышцу. И сейчас мы с вами обращаем внимание. Правая и левая, я каждую тренировку говорю, одинаковые они тянутся или по-разному. Если одна из ягодиц намного больнее сейчас себя чувствует, да, понятно, что вообще невозможно ее случить, то тревожный как раз-таки звоночек солода должен заиграть. Вообще, да? То, если одна болит сильнее, о чем это говорит? Что в жизни или на тренировках, если вы активно занимаетесь, одна ягодица получает намного больше нагрузки и страдает. То есть эффективная растяжка, это растяжка через ягодицу.